компания Element предлагает стены на бойлер Electrolux мощностью 2500 Вт. Стен установлен на фланец с диаметром 92 мм. Имеет две трубки – подтермодатчик и подтермоотсекатель. Стен изготовлен полностью из пищевой нержавеющей стали марки 304. Погружная длина 330 мм. Стен подходит на бойлеры Electrolux, Grand Therm, Thermex, Amina, Polaris, ATT и другие с посадочным отверстием под фланец 92 мм. В продаже есть как медные, так и нержавеющие стены. Сами стены львовского производства Electron-T, имеющие сертификат качества и гарантию. Собраны строго из качественных материалов, имеющие долгий срок службы. На фланце имеется маркировка завода, а наглядное отличие дешевых стенов от дорогих смотрите в правом верхнем углу или в описании под видео. Контактные выходы – флажки с резьбой М4 или ПАПа, уточняйте это при заказе. На фланце есть крепление под анод с резьбой М6. При установке стена необходимо также ставить магниевый анод. Он нужен для защиты стена от электрокоррозии. Анод препятствует образованию накипи на стене, снижая ее плотность и облегчая чистку баков. У нас в продаже есть как дешевые аноды, так и более высокого качества. Мы рекомендуем устанавливать итальянские аноды. Они отличаются шероховатым магниевым сплавом и ровной прорезью на торце. Обращайте внимание на качество прокладки. Дешевые прокладки со временем расползаются и могут начать протекать на электронику в бойлере, что не очень безопасно. Так что мы рекомендуем устанавливать только качественные силиконовые прокладки, которые надежно прослужат до следующего ТО бойлера. Заказать же любые запчасти, стены, прокладки, аноды, терморегуляторы или термоотсекатели можно на нашем сайте elementtm.com.ua или по телефону 050 631 97 99. Ссылка на наш сайт находится в описании под видео.